последнее место, где мы были. С обезьянкой мы были. В магазине! В детском мире. Блин, ничего себе не выбрала. Зато я себе купила две куколки. А Бинди устала, и поэтому мы быстро ушли из магазина. И сейчас мы откроем Рапунцель и Ариэль. Посмотрим, какие у них платья и туфельки. Кому интересно, оставайтесь с нами. Бинди тоже будет смотреть. Первый откроем принцессу Рапунцель. Ух ты! Ну вот наша Рапунцель. Какая у нее длина волос. Вот такое вот личико. Вот такое вот платье. Снимается на липучке. Туфли как бы на каблуках, но не на каблуках. Рапунцель стоит на носочках. Бенди, тебе нравится? Я мне нравится. Бенди обиделась, потому что теперь мы с ней не будем играть. Два дня. Бенди, не обижайся, поиграйся сама. А я открою Ариэль. Вот такая вот коробочка. Сзади. Все принцессы. Сейчас мы посмотрим на Ариэль поближе. Рапунцель отлично себя чувствует в компании Бинди. Бинди, сейчас с тобой будет компания Ариэль. Ух ты! Какие у нее туфельки! На каблучках! Вот такие туфли у Ариэль. Стала носить туфли на каблуках, только когда превратилась в человека. Хотя ей надо было научиться еще на ногах стоять, ей надо было научиться. У нее прическа, красные волосы, на кудрявые волосы. А платье у нее... Такое обычное. Ариэль, повернись, тебя снимают. И подойди поближе. Лицо такое у него симпатичное. Как Жасмин. И на платье морские звезды. И водоросли. И морские коньки. А туфельки прозрачные и тоже похожи на морские водоросли. В общем, мне нравятся куколки. Я довольна своей покупочкой. И куколки тоже довольны. А Бинди недовольна. Бинди, нормально, сядь, тебя же снимают. Спину выпрями. А какая вам ваша куколка нравится? Напишите в комментариях. Теперь куколки из разных мультиков будут жить у нас дома. Компании Бинди. Маленькие Бинди. Ну все, девчонки, Бинди заплакала. Я с вами прощаюсь. До завтра. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите другие наши видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Выбирай, какое еще видео ты хочешь посмотреть.